Здравствуйте, друзья! С вами Мехкомандер. Сегодня у нас с вами бой на каньоне. Выходим на нашей замечательной мухобойке и сразу же будем отрабатывать мы по Кумихо, который с вытращенными глазами будет нестись на центральный маяк. Не даем взять противнику любой ценой центральный маяк. Со мной вышли доблестные ребята на тулумбасах с обоих флангов, сейчас прикрывает центральный маяк. Но почему-то моя команда не спешит захватывать маяк на правом фланге. Я решил переместиться на своей замечательной мухобойке. Это у нас тяжелая фура, вооруженная тяжелым вооружением новейшим, драгунами. Я перемещаюсь на левый фланг. По пути немножко сейчас отработаем. По Карнажу прячется, загоняем кемпера за скалу. Ожидаем действий противника. Неосторожно высунулся Булгасари, словил два драгуна. Два драгуна также у нас, два заряда полновесных ловит Карнаж и умирает на краю скалы. Я двигаюсь влево, и это фатальная ошибка. Я переоценил возможности нашей команды. Хотел занять удобное положение на левом фланге, и, собственно, я ошибся, потому что противник занимает слева, там меня обходит Хаечи. Успеваем добить Булгасари на шоктрейнах за наших ребят. Я прячу сейчас за этой конструкцией и пытаюсь выцелить отсюда противника. Но мы видим с вами, что позиция не совсем удачная для оружия, которое действует у нас на 600 метров. А драгуна у нас действует на 600 метров. И я сам себя привел в неудачное место. Фатальная ошибка, и фуру мою здесь моментально уничтожает. Удается немного подранить вражеского Хаечи. Будем выравнивать ситуацию. Сейчас будем защищать центральный маяк. Выходим на Инквизиторе, на Эмбере и Таранах и бежим к центру. Будем работать сейчас в центре. Центральный маяк обязательно нужно спасти. Правый маяк у нас противник перезахватил. И в момент перезахвата погиб, и маячок остался нейтральный. Моя команда снова не спешит его захватывать. Слева у нас Хаечи. Будем его опасаться. Работаем на всю обойму по Булгасари. Неосторожно вышел. Нарывается на полновесный залп нашего огнемета. Инерционно также продолжаем использовать струю огнемета. Не забываем, что это инерционное оружие, и на упреждение стреляя, противник напарывается на остатки струи. Успеваем мы дожечь. Дожигаем Булгасари, появляется Хаечи, и мы вплотную в клинче успеваем сжечь и его. И погибаем на центральном маяке. Задача не выполнена. Я там не справился, команда не прикрыла. Можете сейчас посмотреть на мою бравую команду. Там две Наташи и Гриффин непонятной сборки толкутся на респе. Но самый бравый наш парень сражается в центре и уже погибает. Я на Хаечи на трех таранах, пытаясь снова прорваться к центру. Шустрый Кумиха отсекает меня огнем. Справа прыгает Инквизитор. Я быстренько снова рву когти влево и успеваю сжечь я Кумиха. Ну, там еще у нас есть Хаечи 3 таран меня добивает. Ничего я там не могу сделать. На левом фланге полностью нашу команду удерживает, загоняет за препятствие, сковывает всю инициативу наших бравых парней на Наташах. Там парень у нас на Ланселоте, на Темпесте и Молотах. Я сейчас обхожу его с левого фланга обязательно. Я сейчас постараюсь его сжечь. Не стоит недооценивать сборочку, тем более, если она может оказаться прокачанной у нас в МК-2 Темпеста, 2 Молота. На Ланселоте могут на большой карте причинять неприятности команде противника. Я сейчас выжидаю обстановку. У меня дозаряжается способность Dash, чтобы я двумя рывками с минимальными потерями смог выйти на позицию, чтобы плавно и спокойно уничтожить кемпера противника на удобной позиции. Вот мы используем Dash, двойной рывок, зарядился. Уходим сразу за скалу. И что делает Ланселот? Он неосторожно выходит на прямую линию поражения арканами. Зачем он это сделал, я не знаю. Но, конечно же, я сразу его уничтожил. Я принял решение двигаться в сторону левого маяка на левом фланге противника, захватить его и отвлечь силы вражеской команды на себя, пока я там буду умирать и сражаться на левом фланге. Я надеюсь, моя команда хоть немного успеет что-то сделать и распределиться по карте. Заходим, захватываем левый маяк. Появляется Ланселот. Вот уже двух противников на себя мы отвлекли. Еще два противника с центра тоже отвлекаются на меня. На всю обойму отрабатываем Ланселота арканами гасим энергощит, и большую часть жизни мы у него снимаем. И сразу же уходим на перезарядку за препятствие. Прямо у меня передо мной находится справа фура. Очень неудобная ситуация. Нужно срочно что-то делать. И я остатки боекомплекта отрабатываю по паттону на фидах. И на этом моменте я, конечно, погибаю. Ничего не успеваю сделать. Концентрированный огонь противника меня уничтожает. У меня последний рубеж. Последний мой робот Спектр. По нему будет целый ряд замечательных обзоров. Спит моя команда, пытаясь разбудить. Бежим на Спектре, скорость 55 км в час, 110 тысяч жизней у него. И действуем крайне осторожно. Выпускаем всю очередь по ходу движения вражеского Ланселота. Мы определили его тип вооружения как арканы, соответственно начинаем сразу отход. Он нас не достает и напарывается на всю очередь полновесного залпа 4 арканов. Это очень большой урон. Прячемся за скалой, перезаряжаемся. У нас 3 маяка, удается пока удерживать центральный, и я решил отойти назад, чтобы оглядеть всю картинку боя и, возможно, посмотреть на будущие ошибки противника. Время еще позволяет, но в таких пределах обычно действуйте, конечно, побыстрее, потому что времени может, как всегда, в самый нужный момент не хватить. Вот в этом месте я постоянно застреваю фурой. Что я заметил при использовании спектра на различные пригорки и сложные рельефные какие-то участки карт, он очень неплохо забегает. А если он где-то споткнулся, вполне сразу же можно использовать прыжок. Прыгает он очень высоко и очень далеко. Бежим к центру, используем прыжочек и помогаем немножечко добить вражеского Ланселота, который пытался захватить центральный маяк. Вот момент сейчас. Спокойно, абсолютно забегаем на пригорок. И на всю очередь отрабатываем с левого борта вражеского Ланселота. Сразу набираем дистанцию, уходим за пределы поражения. Засекли мы вражеского Булгасари на шоктрейнах. Всегда умейте быстро и точно засекать тип вооружения противника и дистанцию, на которой он находится. Должны знать обязательно, на какой дистанции, какое оружие действует, и действует причем наиболее эффективно. Шоктрейн у нас действует на 500 метров, поэтому я сразу же набрал дистанцию, сделал крюк, приближаясь к вражескому Булгасари, чтобы сейчас использовать. Он не успевает навестись, использую прыжок со стелс-режимом, на всю обойму отрабатываю робота противника. Сжигаем вражеского Булгасари на шоктрейнах и не спешим на рез противника, он там может появиться. А я уже выпал из стелс-режима и меня могут мгновенно уничтожить. Полностью занят противник нашим Ланселотом. Работаем по Хаечи, вооруженному скоржами. Он успел сжечь нашего Ланселота, а мы за это время сожгли его. И на остатки обоймы отрабатываем вражескую фуру на темпестах. Слишком поздно противник вышел на этом вооружении. Лучше бы вышел в начале боя. Используем прыжочек. Это финальный момент этого боя. Добиваем вражеского грифа. И побеждаем в этом бою. Вот такой удалось мне занимательный бой, друзья, вам показать. Возможности спектра на этом роботе ни в коем случае нельзя спешить. Действовать на нем нужно очень расчетливо, так как у него очень мало жизни. 110 тысяч всего жизни у него. Удалось в этом бою у нас настрелять почти 1 миллион 800 тысяч урона. На этом моменте я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в новых обзорах. До новых встреч!